Следственным комитетом России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Чебоксар и его 34-летней знакомой. Они подозреваются в организации проведения азартных игр, совершенных по предварительному сговору. По версии следствия, подозреваемые разместили игровые автоматы в нежилом помещении и проводили там азартные игры с использованием игрового оборудования с начала марта 2019 года по 10 июля 2020. Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена следователями СУСК России по Чувашской Республике во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Чувашии. В ходе проведенных следственных действий изъяты 11 игровых автоматов, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе размера незаконно извлеченного подозреваемыми дохода. Расследование уголовного дела продолжается.